Дорога, на которой расположен мост позади меня, соединяет центральную и северо-западную часть нашей огромной страны. Через нее проходят сразу четыре области. Это Вологодская, Тверская, Ярославская и Московская. По ней передвигается огромное количество транспорта, в том числе осуществляются грузоперевозки. И уже чисто физически этот мост не мог выдержать нагрузки. Наконец пришло решение о его ремонте. Местные жители рассказывают, старое сооружение давно находилось в аварийном состоянии, угрожая жизни и здоровью людей. Страшно по нему ездить было. На такие машины грузовые эти большие, страшно. Сейчас большая часть работ на мосту уже сделана. Выполнены работы по устройству опор пролетного строения, выполнены работы по устройству по замене балок пролетного строения. Выполнены работы по ремонту балок пролетного строения, выполнены работы по изоляции, гидроизоляции самого моста, выполнены работы по устройству монолитной плиты накладной. Также на сегодняшний момент установлены перильные ограждения, сейчас ведутся земляные работы. Технический контроль со стороны заказчика осуществляется в ежедневном режиме. Все поступающие материалы на объект проверяются лабораторией, все конструктивные элементы принимаются техническим специалистом. То есть объект находится на стадии реализации в графике. Ремонт на мосту ведется по целевой программе «Сохранность региональных автомобильных дорог». По данному направлению осуществляются перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Это первый момент, почему очень важна дорога. Также мост расположен в населенном пункте «Ясная поляна». Непосредственно в близости от города Пошехонье, и жители этого населенного пункта ходят в Пошехонье пешком через этот мост. Также в населенном пункте имеется школа, и учащиеся ходят по тротуарам. Полностью завершить ремонт моста через реку Ветха планируют уже к октябрю этого года. Никита Белохвостов и Сергей Ватин. День в событиях.